Президент Республики Таджикистан, уважаемый Эмомали Рахмон, и председатель города Душанбе, уважаемый Рустам Эмомали, в столичном районе Шох-Мансур приняли участие в официальной церемонии введения в эксплуатацию предприятия по производству чулочно-носочных изделий общества с ограниченной ответственностью «Вахдат». Данное предприятие создано отечественным предпринимателем Ильхомом Мирзоевым на основании непосредственных поручений и указаний лидера нации, уважаемого Эмомали Рахмона. Целью данной инициативы является конечная переработка местного сырья, обеспечение населения постоянными рабочими местами, укрепление экспортного потенциала страны, что способствует осуществлению четвертой стратегической цели – ускоренной индустриализации страны. В ходе ознакомления с деятельностью предприятия главу государства проинформировали, что производственная мощность предприятия составляет 19 миллионов 200 тысяч пар носков в год, а производимая по мировым стандартам продукция отвечает международным нормам. На первом этапе деятельности предприятия общества «Вахдат» в Душанбе рабочими местами обеспечены 300 человек. С началом второго этапа деятельности предприятия намечается обеспечение рабочими местами и хорошей заработной платой более 600 человек. По сообщению предпринимателя, второй этап деятельности предприятия начнется в текущем году, так как для этого имеются уже все необходимые условия и закуплены производственные линии. В настоящее время средняя зарплата рабочих составляет от 800 до 1200 сомани, и для работников созданы благоприятные условия труда. На предприятии производятся различные виды чулочно-носочных изделий для мужчин, женщин и детей. Технологические линии общества «Вахдат» завезены из Турции, Италии и Китая и считаются оборудованием нового поколения. Данное оборудование и технологии считаются уникальными в регионе и производят высококачественную, конкурентоспособную продукцию, которая экспортируется на рынки Российской Федерации, Казахстана, Кыргызстана. Для укрепления экспортного потенциала также достигнуто соглашение с Объединенными Арабскими Эмиратами по поставкам продукции. Руководствуясь постоянными поручениями и указаниями президента Республики Таджикистан, уважаемого Эмомали Рахмона, в направлении конечной переработки отечественного сырья, администрация предприятия общества «Вахдат» полностью наладила производство за счет отечественного хлопковолокна. Носки, производимые на этом предприятии, на 80% состоят из хлопка. Именно экологичность и качество продукции особенно привлекает внимание отечественных и зарубежных покупателей. Глава государства, уважаемый Эмомали Рахмон, поручил руководству общества «Вахдат» принять меры для своевременного начала второго этапа и придать серьезное внимание обеспечению конкурентоспособности продукции. Это увеличит доходы предприятия и число новых рабочих мест. Лидер нации назвал достойным подражания инициативу предпринимателя, а создание и организацию новых рабочих мест расценил как главную задачу каждого патриотически настроенного предпринимателя. Руководство предприятия выразило благодарность за постоянную поддержку и заботу лидера нации в отношении развития среднего и малого предпринимательства и заверило, что и в дальнейшем будет прилагать усилия для развития национальной экономики и организации новых рабочих мест. Следует отметить, что предприниматель Ильхом Мирзоев еще в 2014 году на основании поручений и указаний президента Республики Таджикистан, уважаемого Эмомали Рахмона, построил аналогичное предприятие «Общество с ограниченной ответственностью «Вахдат» в Яванском районе, которое выпускает 4,5 миллионов пар носков в год, где постоянными рабочими местами заняты сотни людей, а продукция предприятия также идет на экспорт.